Разрешите представить, наш с вами общий друг Отомщик, который попался в ловушку этого читера. Он стоит здесь уже 4 дня с момента окончания предыдущей серии и не может отсюда выбраться. И чтобы вы сегодня не попали в такую же ловушку, я приглашу сюда нашего эксперта, чтобы она провела вам краткий инструктаж о том, как себя нужно вести. Ура, браво! Да, спасибо, 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 да, спасибо! Как, что за церковь здесь устроили? Какой инструктаж? Что вы делаете вообще ненормальные? Во-первых, не перебивать. А во-вторых, Хрейт вам уже представил вот эту новомодную ловушку, которую нам подготовил Эд. Просто смотрите под ноги и не наступайте на нее. И в этой серии мы точно его вздрючим. Молодец, Наташа, горжусь тобой, хорошую вещь подготовила. Но я надеюсь, ты прекрасно понял, что сегодня ты можешь хоть часовую серию записать. Хоть 40 раундов, ты нас вообще ни разу не выиграешь. Это еще почему? Да потому что мы вчухали твой план. Все, мы больше не будем попадаться в твои ловушки. Ой, какие вы молодцы! А я так долго разрабатывал этот мод и разрабатывал эту вот ловушку. Так надо было просто взять и убить Отомчика, и все, и ловушка перестает. Все, вот, пройди, Хрейт, ловушка больше не работает. А что, так можно было? Ты обманщик! Я тебе доверился! Ловушка перестает работать только тогда, когда тебя убивают. Вот, все, не убивайте Хрейда, пускай он здесь стоит до конца этой серии. Да! Вы меня раскусили! И теперь все знают мое секретное оружие с электрическими ловушками. Хорошо. Ну начинайте тогда первый раунд. Сегодня играем честно, без ловушек. Я вас нормально убью и победю сразу же в первом раунде. И если я их реально выиграю в первом раунде, я в эту же секунду закончу эту серию. Поэтому если она будет длиться 7 минут, не удивляйся, пожалуйста. Ребята, я вас умоляю, смотрите под ноги, не попадайтесь ему в ловушки. Они же вообще где угодно могут быть. Ищите его, и тогда мы точно его сегодня легко вздрючим. Вот именно, будьте предельно осторожны, прямо как я вас и учила. Его ловушки могут стоять где угодно. Я испугался, Дуэнда! А я видел! Ой! Я видел, как ты там пробегал, Хрейдик. Вот видишь, мне даже никакие ловушки не понадобились, чтобы тебя убить. Так же, как я сейчас убью всю твою команду, выиграю сразу в первом раунде и даже не буду записывать второй раунд. Потому что ты со... А, ребят, я его вижу, он на желтой стороне на мельнице! Я тоже его вижу! О, ты, господи, молодцы! Господи, господи, так ваши там трое человек в одном месте, ребята, вы чё, прикалдейся, что ли? Как вы хотите, чтобы я убил трех человек за одну секунду? Валим! Давайте догонять его скорее, окружаем просто и убиваем, и все, раунд закончится, пацаны, давайте! Да-да... Да-да-да... Ты где был? Всё, вот, за Сашу тебя отомстила! Лучше! Молодец! Зря Хрейда первым убивал. А так красиво его кокнул. Ну, конечно, я первый. Как обычно, Флозер, ничего нового. На этой позиции вы меня точно сразу не увидите. Она прям очень хорошая. И... Откуда? Да, так, ладно. Это получается, да, то, что вы все знаете мои новые вот эти вот ловушки. И мне нет никакого смысла их использовать, потому что вы сразу... Нет смысла использовать никакие ловушки, потому что вы сразу будете их оббегать, вы знаете, где я их использую, и они стали бесполезными, да? Ну да, еще я знаю, где ты находишься, вот в этом, на красной половине за мельницей пробегал. Ну это было 5 минут назад, я уже давным-давно в другом месте, Хрейт. Значит, вот этот вот контроллер и второй контроллер можно выбрасывать прямо сейчас, потому что они, получаются, мне больше не пригодятся. Я же не буду использовать эти электрические ловушки, если вы о них знаете. Хорошо, тогда мы играем честно, без читов, без каких-либо ловушек. Мне, правда,
надо бы добраться к определенному месту, чтобы вы меня не увидели, чтобы вы меня не убили. Господи, ты что тут делаешь? Господи, мать моя женщина, господи, мать женщина. Жить мальчина, господи, папа, господи, а? Ты что, дурак, человек, Данил, ты что здесь делал за углом? Ты что здесь делал за углом? Я вижу, вот это дуло твое торчит. Как раз таки ты, может, дурачила, как ты зашел сюда ко мне просто так, а? А, ты что тут делаешь? Нифига, что ты как мясо с Данилом перепутал, ты издеваешься? Я стороны перепутал, секретная секретная точка, к которой мне надо прибежать, на другой стороне находится, не на этой-то, главное сейчас успеть перебежать, чтобы меня здесь не запердохли. Хрей, ты как там вообще оказался, а? У меня к тебе тот же вопрос, я такой думал, ты сейчас их с Данилом убьешь, я на слабой не бегаю. А тем временем остался Клайб, Чайник, Натаха и Саша. А вообще на изи, просто запердохую их всех в этом раунде. Так, это место отлично. Заходим вот сюда. Все так, я готов вам мстить. Вопрос, что ты там такое подготовил? Я убил Натаху, Натаха убила я. А по-русски, пожалуйста, может, я убила тебя? А как мы друг друга сейчас убили? Самой бы понять на самом деле. Ну, самое главное, что я успел взять то, что мне пригодится в следующем раунде. Ребят, ну вы же понимаете, что он что-то задумал. Он весь предыдущий раунд что-то искал и все-таки нашел. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Клайб, я тебе серьезно говорю, успокойся. Мало ли, что он там искал. Опять свои эти электрические проводочки. Просто смотри, под ноги. Да почему? Я теперь опять первым умирать буду. Ничего нового, Флозер. Ты что, виноват, что ты рядом со мной постоянно пробегаешь? Я как будто тебя здесь жду. Ребят, ко мне сюда ни ногой. Я пока что никого видеть не хочу. Ни Херейда, ни Клайпа, ни Ксюху, которая, кстати, только что где-то здесь пробегала. Если вы не против, я убегу в другое место, потому что здесь я себя буду чувствовать намного уверенней. Бедра и меня. Ага, это сюда, и потом, ага, это сюда. Слушай, Херейдик, ты можешь уже начинать меня искать, если честно. Я тебя, в принципе, уже жду, это я закрою. Дверь я тоже закрою, чтобы никто случайно не зашел в мой дом. Погоди, так ты дверь у меня перед лбом буквально закрыл. Ты где? А ты где? Я на улице, выходи гулять. Не, я гулять не выйду. Ну так вот же, я тебя вижу, привет. Ты меня не видишь, это в первую очередь. Во вторую очередь заходи тогда сюда ко мне домой. Разберемся, как два настоящих мужика. Да вот же я, привет. Где я? Понять не могу, почему все задом наперед стало. Пока я на тебя смотрел, Крейт, в этом твоем Да где дверь открывается, я понять не могу. Пока я на тебя смотрел, Крейт, в твоем этом окне, Клайб тут что-то перевернулся, подскользнулся и случайно... Обезьяна в окне прыгает, ядрить, колотить. Это чайник? В гости сюда заходи... Разреши поинтересоваться, что с сосиской у тебя тут стало? Помогите, пожалуйста. Сосиска, с тобой все в порядке? Нет. А что произошло? Почему ты вверх ногами? Я захожу, и меня резко переворачивает, дом вверх дном. Спасибо. Нет. А, в дырочку хотела зайти. Давайте, попытайтесь меня отсюда вытянуть из этого дома. Давайте, я... Господи, ты что тут забыл? Я, ты творить, Данила, каждый раз до усрачки пугаюсь, честное слово. Ну так нечестно! Чё ты там забыл, Херейт? Это ещё чей-то крюк. Значит вы Выходи! Вы чё решили ко мне в гости через второй этаж зайти? Я понял, вот... Да, отопчика я вижу, там ещё чайника, я вижу Ксюху... О ты, господи! Я так до конца не понял, что произошло, конечно, но, ребят, в окнах есть дырки, стреляйте в эти дырки, вы его так рано или поздно убьете. А мы, по-твоему, чем тут занимаемся? Да, только я из этого дома никак... Спасибо за подсказку, Хрейт, я реально только что вот эту датаху...
сверху запердохла, потому что я ее через дырку убил. Ну нет, куда я наступил-то, ё-моё, я в какой-то фигне перевернутой нахожусь. Вот Артём, ты дурак, ты почему прям перед моим носом повис? Ты что, знаешь что ли, что это за фигня-то такая? Я из этого дома никак... Ой, нет! Мать моя, женщина, вот там, тебя там не тошнит случайно? Да меня тут уже истошнило, господи, что это такое-то? А тем временем остался Отомчик и Маха. Вы же понимаете, если я сейчас вас двоих убью, это получается то, что я... Нормально, Отомчик, больше висеть ты там не будешь. Это получается то, что я выиграл, и на этом моменте я сразу же заканчиваю эту серию. Я не знаю, где осталась последняя вот эта вот чайник, но мне как бы без разницы чайник. Я тебя в любом случае сейчас найду и запердохаю. Ты не переживай, больно не будет. Я просто выстрелю один раз, и все. А, да, выстрелишь ты один раз. Ты даже не знаешь, где я нахожусь, это в первую очередь. А я примерно знаю, где ты находишься, потому что вся ваша команда туса... И где ты был? Я же окружила полностью этот дом, я следила за каждой дверью. Так я давным-давно оттуда уже выбежал, чайник, я уже сверху тебя был, это, на башне, ну, я вас, это, обманул немного. И как ты оттуда выбежал? Там же капканы везде эти. Ну, капканы на меня не работают, это в первую очередь, во вторую очередь, на втором этаже есть дырка в окне, я просто через это, через окно сиганул. Неплохая штукенция на самом деле эта веревка. Слушайте, ребят, я как бы понимаю то, что я выиграл и то, что серию можно заканчивать, но я вас хочу еще больше унизить перед всеми подписчиками. Вы же не против, если мы сыграем еще один раунд? Я еще раз вас выиграю, и тогда все подписчики поймут, что вы реально не умеете играть снайперов. Мы сыграем еще один раунд, и ты нам проиграешь, и все подписчики поймут то, что ты даже с этими ловушками выиграть не сможешь. Ага, вот это мы сейчас посмотрим. Но если я сейчас реально выиграю, можете назвать Хрейда и всю его вот эту вот компашку настоящими нубасисями, нубасосами, нубасами. Мне вообще без разницы, как их будешь называть, главное называй. Да как, откуда? Откуда? Не свисти, денег не будет. Я видел его, ребят, он на макушке водопада по мне стреляет. На макушке водопада, это что еще за слова такие, Хрей? Так по мне стреляют, я прям чувствую то, что по мне стреляют. Ну ладно, зато я двух человек только что убил, и это самое главное. Это просто так, на всякий случай, чтобы обезопасить свою безопасность. Откуда ты меня убил? Я к тебе хотел подойти. Я ничего не понял, что произошло сейчас. И вот я ничего не понял, что сейчас произошло. Минус два, Хрейда, я еще даже ничего сделать не успел. Ну как ничего сделать не успел? Ты только что Флосера и Станила убил. Ой, здорово. Отставил я! А что это к дискам? В смысле? Что это? Ну, кажется, это не Майнкрафта. Опа, тут еще чатик, господи. Пещера Бэт, мы на ядрить. Не трогай меня! Убивай его! Как же страшно с вами играть, вы себе даже представить не можете. Сашенька, здорово, я тебя только что... Кто по мне стреляет? Где ты меня видел? Привет! Мать ты моя, женщина! Там еще и Ксюха, пропердуха, бородатое ухо. Ладно, тогда в другое местечко, чтобы меня здесь никто не видел. Стану на картошку. Пол команды запердохал. Это, в принципе, уже хорошо. Убил самых сильных. Убил Клайпа, убил Хрейда, убил Чайника, убил Флозера, Икс Данила. Осталось Ксюха и Саша. И, в принципе, если сейчас хорошечно постара... Да!
Нет, Сайл! Так, сюда, на всякий случай, это вот сюда, просто чтобы обезопасить безопасность. Не упал в самый низ, господи. Обезопашиваем свою безопасность, Ксюха, мы остались один на один. Ядрить, колотить, вылезай давай. Я уже всю карту обижал, я даже не знаю, где ты находишься. Так я тебя видела, а потом потеряла, я вообще не знаю, где ты. На всякий случай, побываем немножко спайдермен. Очень плохой с меня спайдермен, как я понимаю, Ксюшенька. А что это тут за капканы около этой башни? Какой башни? Да тут какой-то башни. А ты возле башни? Да не важно, в какой я башне, я знаю, что ты тут где-то рядом ходишь. Ксюша, давай, у тебя получится, давай, ты одна осталась. Господи, я не рядом. Да что ж это я падаю отовсюду, откуда только можно, а? Я не рядом, Ксюшенька, я эту башню давным-давно уже пробежал, а вот где... Перезарядка, ну я ненавижу это, ну что это? Ксюш, ты знаешь, кто ты? Я знаю, кто я, молчи! Два раунда подряд я вас распердохал, и в этом раунде мне даже вот эти вот ловушки не понадобились. Херейт! А если быть точнее, ну басися. Слышь ты, ну басися, ты в курсе, сколько человек ты в водопаде на своих веревках поймал? Это не считается! Я забыл то, что этот раунд начался с водопада, я там человек 6-7 убил. Какая разница? Поехали, слушай, два раунда подряд, мне кажется, на этом можно всю рубрику снайперов уже закрывать. Свой рекорд с двумя победами подряд против всей команды я точно уже не побью. Ну все, ты доигрался, ты меня доконал уже, ты это понимаешь? Мы хотели с тобой, значит, по-хорошему. Какой конец рубрики? Мы тебе в следующей серии такое устроим. Тебе не поздоровится, я тебе обещаю. Ну а вот ты, зритель, который смотрит этот ролик, я бы тебе не советовал меня сейчас злить, я и так злой. Ты вот выбери из этих двух видосов, которые тебе больше понравятся. Это вот предыдущая серия снайперов и вчерашний видос. Вот ты где, который больше нравится, и посмотри его. Единственные умные слова Херейда за всю жизнь. Слева-справа видос, тыкни. Не на меня смотри, не на мой нос, а на видос.